мы сегодня допустили три грубых ошибки, это так определило игру, счет стал 3-0, было очень уже трудно потом после этого отыгрываться. В общем, в первом периоде, я думаю, что игра была достаточно равная, но мы вот пропустили этот гол. Ну а что касается команды Акбарс, то они здорово действовали в атакующем ключе, они просто направляли шайбу к нашим воротам, а из любых позиций и боролись, и выиграли. Очень хорошо сыграли и хорошо подготовились. Вот. Помним мы обидное, не обидное, а поражение в Москве, и оно закономерное, там ЦСКА нас переиграл полностью. Вот. Поэтому очень серьезно готовился. Одна сложность была перед этой игрой, все-таки у нас с небольшим перерывом, тем не менее. Седьмая игра домашняя, очень сложная. Ну, таким образом, ну, так сложилось календарь, то перенесли эту игру. Вот. Но тем не менее, с этим играем на одно место сложно. Ну, слава богу, справились. Хорошим настроением на перерыв. Pretty proud of our team. I think we've averaged over six players. На самом деле, есть даже чем гордиться нашей командой. Дело в том, что мы практически весь этот период играли без 6-7 игроков, ключевых игроков, игроков основного состава. И были даже моменты, несколько игр мы играли без 9 игроков, которые были травмированы. 16, по-моему, игр мы провели на выезде за этот отрезок, да, чемпионата. И, в общем, мы для себя в тренерском штабе тоже делаем определенные выводы, потому что только начали работать, да, с этой командой в межсезонье. Так что я с надеждой смотрю в будущее, проработаем сейчас в эту паузу. Возможно, будут какие-то обмены, не исключено. Так что посмотрим, как будем двигаться дальше. First time with this team, and then now we can make some decisions, probably make some trades and build from there. Конечно, мы довольны результатом, вот, и в целом содержанием игры. Вот период. Ну, ничего идеального нет, и есть в чем прибавлять и отдельным игрокам, и в целом команде. Еще один положительный момент, что практически обошлись без травмы. Вот. Сейчас у нас в лазарете только Пес, и то 7 числа он уже приступил к тренировкам, 7 числа начнет ледовые тренировки, и после перерыва мы надеемся, что будет в составе. Вот. Поэтому мы тоже с надеждой смотрим в будущее. Да, Морозов, в общем, обычно мне нравится, как он играет, и Морозов такой системообразующий игрок, вокруг него можно строить игру и строить команду, и, в общем, хорошо, когда он здоров и может играть. He's our leader, and we're going to keep building off the way he plays, and it's good to have him healthy. Три дня отдых, мы чуть позже закончили, и потом работаем в Казани, 11-го собираемся вместе, вот, и надеюсь, что без травм будет. Надеюсь, очень. Я отправляюсь. На следующий день отправляюсь в турне.